Языком или чем уже, блин, ногой? Ну что, еще будете играть? Да, садитесь. Можно я сяду восьмым? Да, Дима. Я сяду восьмым. Жаклин великолепная. Давайте ей поаплодируем. Она молодец. Акули, блядь, что? Жаклин. Это меня рассекретило. Где это? Давайте, ребята, видеть, Саш. Ты морда. Баха, садись. Сюда мне, вот сюда. А мне сюда. Можно, можно первым не сяду? Куда мне сесть? Первым вообще. Пипец просто. Первый круг, первый. Дима, тебе нравится, как мы играем неподготовленные, Дима? Води. Кого? Это все спонтанно собранные люди. Слушай, а мы, короче, сидим, она мне говорит, зачем? Стоп, можно я скажу? Ребят, пожалуйста, можно я скажу одну вещь? Пожалуйста. Ребята, которые стоят уже убитые, они стоят и смотрят. Ребят, один смех, и вы завалили просто игру. Вы это сами понимаете, нет? Я, потому что вы знаете все. Ты когда засмеялась, ты меня в этот момент потопила. Саша, Данка, иди сюда. Ты это поняла или нет? Да мы засмеялись все вместе. Стоп! Ты меня потопила в этот же момент. Потому что ты знаешь, никто не знает. Сучка, ты потопила меня. Сучка, умри! Не, на самом деле, я ты играешь давно? Сереж, мы интереснее стали играть, Сереж. Да, вы это не подумал даже. А мне красный лучше, да? Красный лучше. Или я лучше черный? Не будешь вставать. Нет, сюда садись. Ну это правило поведения. Я брат. Где Данка-то? Вон он. Ой, Данкевич, давай. Данкевич, садись. Иди сюда. Данкевич садится вместе on, baby, с Данкевич. Юра пришел, здорово. Посади кого-нибудь, пожалуйста, Сереж, вот сюда. Данка, ты сразу мафию признаешь. Лер, конечно, ты что, ушла, Лер? Давай я проведу. У нас игра «Мафия». Меня зовут Лена Полякова. Сегодня мы собрались в клубе «Ангелов», чтобы понять, как же быстренько новички как набирают обороты. И сегодня у нас новый Дима, который был сегодня выбит. Мне кажется, десятый. Сережа Крылов у нас поиграет на десяточке. Да, Сережа? Я не хочу. Это же очевидно. Что-то новенькое. Сразу разводила. Она хочет повести. Сереж, пожалуйста. Ну, я хочу. Просим Сергея поиграть на десяточке. Желаем ему красной карты. Саша Данка, как всегда, мафия. Лерка гениальная актриска. И вообще, и мне только учиться от вас вранью. Я просто слабая, забитая. Я не знаю. Секси герл. Не. Секси герл. Номер кисти поставьте себе, чтобы по номерам было видно. А это Оля Данилова, она сейчас ведет и все наслаждаются. Я не пьяная, ура! Не обниматься. А Данилова не пьяная, ура! Обниматься за рулем. Спасибо тебе. Ты меня прикрыла, отвечаю, один круг. Да.